Наверняка найдутся люди, которые сочтут меня злодеем в этой истории. Дарована ли нам судьба при рождении, или же она без приглашения сама заявляется на порог? Сегодня выступит молодой исполнитель из Мемфиса, штат Теннесси. Поприветствуем его на Хэйрайд-шоу! Это Элвис Пресли! Постригись, принцесса! В тот самый миг тощий паренек превратился в супергероя. Судьбой. Я хотел бы стать вашим промоутером, мистер Пресли. Готовы взлететь? Конечно, взлететь готов. Завтра вся Америка заговорит об Элвисе Пресли. Мистер Пресли, постарайтесь поменьше двигаться во время записи. Не буду двигаться, не смогу петь. Меня готовы упечь за решетку, за то, как я двигаюсь. А меня готовы упечь за то, что я просто перехожу улицу, но ты знаменитый белый парень. Твой талант от Бога, в нем не может быть греха. Сенатор Кеннеди был застрелен. Мартин Лютер Кинг has been shot to death in Memphis. Трагедия, но это нас никак не касается. Еще как касается. Преподобный однажды сказал мне, когда слишком опасно говорить, пой. Пой! Мне уже почти 40. Но что останется после меня? Я должен обрести себя прежнего. И кто же ты, Элвис? Я буду отдавать себя без остатка, пока могу. Все может закончиться в одночасье. Мы похожи, ты и я. Странные, одинокие дети в поисках вечности. Величайшее шоу в мире. Элвис покинул здание.